В НЭСе завершили тесты портативного ядерного реактора. Первый прототип ядерного реактора KiloPower успешно прошел тесты и даже превзошел ожидания НЭСе. Ученые и инженеры из исследовательского центра НЭСа имени Гленна завершили тесты портативного ядерного реактора мощностью KiloPower в 10 кВт, пригодного для использования в космосе или на других планетах. Об этом сообщает SpaceCom в четверг, 3 мая. «Мы стали первыми, кому удалось за последние 40 лет создать новый тип ядерного реактора и проверить его работу. В отличие от радиоизотопных источников, мощность такого генератора тока можно повышать или понижать, что продлит сроки его работы и позволит вырабатывать большое количество энергии, недоступные для ритегов», заявил Марк Гибсон, ведущий инженер проекта KiloPower. Первый прототип KiloPower был собран в декабре 2017 года, и 3 месяца Гибсон и его коллеги проверяли стабильность установки в штатных и нештатных ситуациях. Как отметил Дэвид Пастон, ведущий конструктор проекта, KiloPower успешно прошел тесты и даже превзошел ожидания НЭСа. Утверждается, что реактор не выходил в критическое состояние и продолжал вырабатывать электричество даже в случае множественных поломок в системе охлаждения и откачки тепла из активной зоны. Ученые надеются, что к 2020 году им удастся создать первую рабочую версию KiloPower, которая будет полностью готова к полету в космос и колонизации Луны и Марса. Ранее сообщалось, что НЭСа начнет строительство окололунной станции в 2019 году. Ее планируется отправить на орбиту спутника в 2025 году. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.